Это новый швейный цех в селе Новопокровка. Сейчас рабочие трудятся без перерывов. Один пришивает пуговицы, другие работают на швейной машине. Предприятие, открытое в сельской местности, расположено в четырехэтажном здании. Полностью оснащено 118 швейными машинами и другими современным специальным оборудованием, необходимым для цеха. Работают около 200 человек. Шьем в основном женскую одежду, все модели. Есть комфорт, поэтому работаем с удовольствием. Отметим, основные работы здесь автоматизированы. Кроме этого, есть столовая и организован транспорт для рабочих. По словам сотрудников, работать легко и комфортно, так как созданы все условия. Портные рады работать на своей местности, не ища работу за границей. Я работаю уже месяц. Созданы все условия. В основном работают женщины. Выходные 2 дня, что очень удобно для нас. Каждую пятницу получаем заработную плату. Предприятие открыл Улан Момунов, который был полон решимости развить швейную отрасль страны. За короткое время швейному цеху удалось найти постоянного заказчика. Цех ищут в основном женскую одежду. Готовая продукция экспортируется в Россию под маркой «Кыргызское производство», поэтому качеству уделяется особое внимание. Мы шьем по стандарту Европы, экспортируем в зарубежные страны. Мы делаем основной упор на качество. Есть партнеры и постоянные клиенты, которые могут это утвердить. Могу сказать, что наш бренд очень популярен. Увеличение количества швейных цехов на местах создает спрос на швей. Самое главное, что открытие новых предприятий, подобных этому, создает рабочие места. На сегодняшний день в легкой промышленности 560 человек обеспечены работой. Ежеквартально мы работаем над тем, чтобы трудоустроить население. Одна из 4 приоритетных отраслей кыргызской экономики – легкая промышленность. В последние годы, благодаря значительной поддержке со стороны государства, сфера стала на путь развития. Поэтому руководство области и района готово оказывать содействие в продвижении деятельности подобных предприятий. Айслом Мурзакова, Джумабай Исманалиев, УТР Качуй.